Он первый начал. Успокойтесь! Что вы творите? Серега, смотри, что у меня есть. А что, на распродаже старинных вещей больше ничего интересного не было? Серега, ты даже не подозреваешь, на что способна эта штука. Это какая-то безделушка. Лучше бы ты купил какой-то старинный меч или рыцарский доспех. Там все рыцарское, очень дорогое. А эту шкатулку мне подарил один чел. Вот, я его сфоткал на память. Ого, на вид он очень страшный. Он сказал, что эта шкатулка волшебная. Может ожигать твоих любимых персонажей. Интересно, давай попробуем. Ну что, поехали? Да. Кто ты такой? А ты кто такой? Я первый спросил. Ладно, я легендарный медведь Брюс. Какой еще Брюс? Ты больше похож на разжиревшего Бонни. Это не жир, это мышцы. Спрашиваю тебя в последний раз, кто ты такой? А, я понял, ты новый брабер. А ну говори, какая у тебя ульта? Эй, ты чё? Это и есть твоя ульта? Отстань. А пассивка у тебя какая? Что ты ко мне пристал? Я понятия не имею, что такое пассивка, ульта. А что ты знаешь? Скажи хоть, какой у тебя коронный удар. У меня коронный удар. Перезагрузка. Что? Перезагрузка? Чё ты ржёшь? Угомонись. Ну это ты зря. Успокойтесь! Что вы творите? Он первый начал. Может ты наконец-то с меня слезешь? Брюс, а ну слезай с Фредди! Да, все вопросы надо решать мирным путем. Да, я еще с тобой разберусь и мы выясним, кто сильнее. Да я, если захочу тебя в порошок сотрусь. Просто не хочется тебя глушить при свидетелях. Кого ты собрался глушить? Да я тебе вырублю с одного удара. Да я просто подскользнулся и упал. А ну давай, я тебя еще раз подскользну. Ты чего? Так для этого не обязательно драться. Есть много других способов помериться силой. Ну, например. Ребята, как вы думаете, кто из них победит? Напишите в комментариях. Ну что, начали! Брюс, Брюс! Ну все, хватит! Победила ничья! Дружба! Что значит хватит? Ну, судя по всему, силы у вас равные. Что? Да я его сейчас обнаружу! Мало ты получила, ну давай, подходи! Так, ребята, успокойтесь! Я знаю еще один способ! Сейчас я вам создам дружескую игру, отключу всех ботов, и вы будете сражаться один на один! Ну давай, правда я спец! Давай, дуй, подпрыгни на него! Так, Music Gadget! Gadget! Пассивку тоже! Пассивку давай! Убегай, давай, Кися! Кися! Так, давай, бей его, у него мало хп! Да, мы победили! Так, нечестно. Двое против одного. Твои проблемы. Медведи, не ссорьтесь. Сейчас мы с Сережей посоветуемся. Ну да, так действительно нечестно. А может, пусть они поиграют во ФНАФ по очереди. Кто быстрее получит концовку, тот и победил. Ты что? Во-первых, это очень долго. А во-вторых, потом Брюс начнет причитать, что он до этого во ФНАФ не играл. Ну да, ты прав. О, у меня есть еще одна идея. Итак, сейчас вы откроете по 5 мегаящиков, и если вам выпадет что-то интересное, там, например, гаджет, пассивка, или может даже боец,
Ну, тот и выиграет. А я буду записывать, чтобы все было по-честному. Да! Если будешь махлевать, то мы опять с ним подеремся. А если ничего интересного не выпадет, что? Опять ничья? Тогда будем считать по монетам. А эти удвоители, очки силы, они тут, ну, не в счет. Ладно, только я буду открывать первым. О, мне это нравится! Ничего интересного не выпало. Сережа, записывай 141 монета. Ха-ха, неудачник. Теперь моя очередь. Ура! У меня 168 монет. Сережа, запиши. Пока что лидирует Брюс. Сейчас мне выпадет что-то интересное. Я это чувствую. О, 201 монета. Круто! Рано радуешься. Сейчас я открою. О, 9 предметов было! Мне выпала пассивка и гаджет. А еще 193 монеты. Запишите. Да, Брюс, тебе, наверное, победа обеспечена. Фредди, не расстраивайся. Я уверен, тебе тоже что-то интересное выпадет. Давай, открывай. Ай, 198 монет. Ну ничего, у меня еще есть две попытки. Да нет, ты проиграл уже. Открывай дальше. Так, Брюс, тебе записывают 197 монет. И в итоге у тебя 559 монет. Фредди, что с тобой? Давай нажимай на ящик. У меня заканчивается энергия. Помогите. Мне нужна срочная подзарядка. Фредди, как тебе помочь? Несите мне зарядное устройство быстро. Где наши все зарядки? На втором этаже. Что там с тобой? Эй, эй, Фредди! Слишком поздно, он уже окончательно вырубился.